Hi guys, welcome to my channel Vasya and Dehei. My name is Sergey. Today's video will be very emotional and as for me is really shocking. But first I want to tell you thank you for your support. This is the biggest help from you guys. Thank you for your subscribing. All this thing is help our channel. And please guys, subscribe to my Instagram. There is a lot of thing for my Russian life, lot of photo, lot of video. And if you like what we do, you can support our channel. All information you can find in description. Today you will learn how people to try to survive in Russian village. This village is not ordinary. The villagers are not afraid to tell the truth. They are not afraid to tell everything as it is. Their village is cut off civilization by the river. People die there without waiting for an ambulance. Dead people are transported on an old boat on the river as a garbage. Today you will know what it's like to be a forgotten and unwanted person. Friends, I will not tell you a long time. I think you should see it for yourselves. We are here, guys. I think it's 2 kilometers away from this village. We asked these guys how we can get in this village. They told us what we turn in the wrong direction. Now we must back on the road and go further. Здрасте. Не подскажете, как туда попасть вот, на переправу? На лодке. Да. На лодке? Да. Но можно вброд. Вброд? Да. А сегодня будет автолавка, нам сказали, вот здесь, да? А вы, можно с вами поболтать? А вы отсюда? Ну, в целом мы приезжаем отдыхать. Вы приезжаете отдыхать, да, получается? Тут просто моста нету, поэтому туда сложно перебраться. А его вообще планируют ставить? Ну, вроде были какие-то разговоры. Кто на пять человек будет мост строить, который миллионы строить? А вы сюда с кем приехали? С бабушкой. С бабушкой, да? Да. А вы отсюда, из этой деревни? Нет, ну я живу здесь, это временно так. Временно приезжаете? Да, приезжаю из Москвы. Угу. Какой пешеходный мост построили, уже не надо нам большой, машины, чтобы не ездили. Просто чтобы люди, да? Да, приезжали. Перешли хотя бы. Угу. А как здесь с магазином обстоят дела? Ну, она вот приезжает каждую неделю. Каждую неделю приезжает, да, магазин на колесах, да? Да, и... автолавка. Автолавка. Ну, хоть это спасибо. А мост-то построить можно. А вы сами из этой деревни вообще? Да, родилась я здесь. Да? А потом переехали. Переехала в Москву жить. 18 лет. Привет. Плохая советская власть. Как у вас дела-то? Плохо, никак. Скажи. Никак? Ноль сдвигов. Вот ноль сдвигов. Тихо, ты не лезь. Где только не показывали, где что только не делали. Ноль сдвигов вообще. Одни обещания. Сибирячки. А что именно обещают? Мне сказали, что все документы готовы. Да. Проходит какую-то экспертизу. Экспертиза. Но это уже экспертиза уже год проходит. Уже год прошел. Ну, Виктор, расскажи, ты то есть перевозишь сейчас людей, да? Да, только в автолавку, больше никак. А, для автолавки. Да. То есть вот потому сейчас здесь все люди для того, чтобы купить продукты. Да, сейчас подъедет машина. Больше все я не вожу, потому что уже здоровье не то. А ты один здесь, получается, перевозчик, да? Ну, перевожу, да. Тут машин, то есть машин, лодок много, но никто ничего, никаких не хочет. Собачья должность, да. Потому что не дают покоя днем, да. И поздно. Это он все время привязанный к этой лодке. У него тоже свои дела. Вот начал вчера пчел смотреть. Да, вот я прибежала. Вот она прибежала. Ведь привези, как говорится, невестка приехала. Я говорю, я пчел смотрю. А вы сюда с кем приезжаете? Вот. А, ну, ясно. Один американец выступил про нашу страну. И получается, что он на 100% прав. Русские дураки.
Они только для чужих делают. Для себя да, ничего. В 2010 году я стояла в Козельске на остановке. Так. Подхожу и говорю, женщины, мне, говорю, вот до кричины. Такси да. или автобус, говорю, ульяновский ходит, останавливается на повороте. К вам школьный автобус ходит? У меня отписка даже есть. Она говорит мне одна. Ой, мы вас поздравляем. Я сказала, что я в Кричины еду. Мы вас поздравляем. Я говорю, с чем? У вас мост построили в 2010 году. Да. До сих пор моста нет. Это каким образом? Я что-то не вижу здесь моста. Это губернатор. Это на бумаге, значит. А теперь он сенатор. В российской газете, что построен Кричины, он хитро написал. На выделенные федеральные деньги построен мост через реку Жизнь. А где конкретно? Где конкретно, не указано. Ага. А моста нет, и не было, и нет. Плохая советская власть, но мост всегда был. Да, в советской власти было хоть мост, строили каждый год деревянный. Да. То есть здесь всегда был мост, даже если его рекой сносило? Сносило, каждый год его сносило, и каждый год его строили. Деревянный, конечно. А теперь сенатор сидит. Еще говорят, да. А если, допустим, собрать средства, построить своими силами мост? Ой, сейчас что будет? Посадят. Сергей, это, понимаешь, это... Здесь находится яма для списания денег. Почему так мало людей сейчас вышло за продукты? Автолавка должна была приехать в среду, а подломалась, и люди вчера ездили. Я лично сам вчера ездил в Козельск за продуктами. Есть люди в вашей деревне, которые просто физически не могут? Кондрашин Серега, у него два коленных сустава железных. Он вообще еле передвигается. Еле передвигается? Да. А как обстоят дела со скорой помощью, вот, допустим? Ой, скорая помощь только к речке, это понятно, подъезжает. Угу. То есть она вот сюда... Но через речку сейчас мелко, они переплывают. Она сюда подъезжает, да, и ждут, пока вы переправите человека, да, я так понимаю? Нет, пока я... Они наставят, чтобы я переправил человека. Да. Вам сколько лет? Мне 60. 60. Ну да. Все уже. Деревня бы жила. Да. Народ бы здесь был бы если мост. Если была бы дорога. Дорога и мост. Да. Все бы здесь ожило. Многие бы из городов и жили бы без всяких вопросов. Да. Потому что, знаете, вот в Москве люди ездят на работу. Сколько времени надо? Часа два-три. Часа два-три. Они встают 6 часов, да. И чтобы 9 попасть на работу. Ну, примерно, да. А до Калуги у нас ехать 1:20. Отсюда. Да. 1:20. Даже я могу в Калуге работать. Отсюда сел и поехал. Ага, вот твоя лодка такая, да, красивая. Да. Ты на ней переводишь людей. Да, но уже пойдем в эту сторону. Сразу. Ничего, что мы с тобой на ты, мы уже знакомы. Да, конечно. Давно. Она уже вот эта вот средняя доска, гнившая. Ага. Сюда не наступать? Не, ну наступай, она все равно держит. Я вот поперечину заменил. Так, нам присесть лучше? Как? Можешь и стоять. Да, чуть присели. Как тебе удобно. Ага. О, как раз лодку еще перевозить. Ага. Сейчас мы отправляемся на ту сторону деревни и покажем вам, как живут люди, сколько там домов. Very many abandoned houses here, as you see. It's very beautiful place here, but the conditions is awful. You can work here. You can take the medicine care here. It's a dead village, unfortunately. Nobody.
берегу. Look at this beautiful house, guys. Old Russian village. Exactly must look like that. А как тут дела обстоят? Вот человеку стало плохо. Вот, вот расскажет. Вот у меня муж умер здесь. Да. Сажали малину в огороде, повалился туда-сюда. Звоню. Хорошо. Да. Скорая приехала, не сразу. Но приехала скорая. Пока. Сколько прошло времени? Ну сколько? Сейчас прошло. Сейчас. Да, даже и то она не поехала туда. Это и то у меня там были сыны, родственники, все. Ну, скорую поймали, пригоняли вот туда, на берег. Все. Скорая, женщина села в лодку, перевезли. Он сознание потерял. Перевернули, она говорит, женщина, уходите. Все, принесли носилки, подогнали прицеп, постелили матрас, завалили его на этот прицеп, подъехали до речки, несли на носилках, загрузили в лодку, загрузили в скорую, и он умер. Прям вот он умер. Скоро сказала, если бы сразу приехали. Конечно, там конечно. 15-20 лет. Конечно. Да. Это почти 2 часа. Никак, ничего. А причина смерти? Инсульт. Ну, у него кровоизлияние в мозжечок. Да. Если бы еще все говорят, что хорошо, что он умер, а если бы в мозг, то какой бы он был, там, то он умер. Скорой, врач-то говорит, ни руки, ни ноги не помыл ему ни разу. Счастье какое, что он так умер-то. Ну, не пьющий был, не курящий, такой был мужик у меня, стоящий. И все, и вот 7 лет, 13 числа будет 7 лет, как он умер. А сколько же ему было лет? 75. Неделю не дожил до 75. Ну, он живой, он вот такой, он на вроде, такой худенький шустрый, был, да? Шустрый, да. Ну, все, конечно, прям, ну, упали, думали, ну, как это? Люди болеют. А когда скорая приехала, ко мне было плохо уже в Москве. Врач, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Врач говорит, ну давайте я вас повожу, мы же все мечтаем так помереть. А были случаи, вот, что приходилось, вот человек умер, и что с ним делать вообще? Ну вот мы, например, привезли покойника, ночь, большая вода, все. Мы ночевали ночь с гробом на улице, за речкой. Апрель месяц. А Манечку вообще, да. А Манечку зимой там оставляли. Да, даже он показать может, как он гробы перевозит. Ну здесь дубаки на Марине Сергеевна. Да. Ну весной, под весну тоже. Пока не сделали от берегов ночилы. Ага. Вы ее на ночь оставляли здесь? Да. Кошмар. Здесь... А что, а у вас там что, фотографии? Да, как гробы перевозят. Дед-то мой родился здесь, во время войны. В эвакуации была. Нас... Пережили войну. Он родился в 41-м году. Да. Война началась. Да. На эвакуации были. Все, пережили. В мирное время помощи не могли оказать. Это же как мы живем. У нас братская могила есть. То есть администрация здесь как-то не выделяет? Нет, вообще. Никаких районной администрации просто мы не нужны. Они от нас... Ну, мы, естественно, мы им не нужны. Рабочей силы нету здесь. А это не остались только пенсионеры и как бы... Да, да, ненужные, ненужные. Это я нет, снимала нет, вот да, здесь, да, говорю, ну елки-палки, ну да, хоть... жизнь, конечно. Хоть как достучаться, никак. Вот гробы да, возим вот так, на лодке. Вот такие вот пироги. Да, и просто а его... Вот прицеп. Прицеп, у нас прицеп есть такой, мытищинский. На прицепе. Да, и вот на него и подцепляют к машине. И его есть, машина у нас здесь есть, где-то умер. И прицеп есть. Вот подвозим сюда и повезли. И белых. А ну, есть какие-то дома у вас здесь на продажу вообще? Вот что-то есть, на продажу. У барыни-то, у барыни-то. Не продали. Не покупающие, вот самое. Не продали. Приехали оформлять все это, и опять же не продали. Не дают продавать? Разрешение. Потому что заповедник? Как-то. Да, якобы. Да.
Давай, возьми. Ну, у меня подруги, верные. Прямо молодец, чистите, все не идет. Что это, новую коробку? Видите, бугона. Раздербанили. Убью, блин. Ни хрена, это не моя, блин, здесь лежала. Ну, уже все, видите. 207 рублей. Слушайте, а дорого у вас по сравнению с магазином? Вот, я бы сказала, нет. Дешевле, да? Знаете, у нас продукты такие, которых в магазинах сетевых нет. У нас строго по заявке поставщики совсем другие. У нас очень вкусная продукция. Спросите, ребят. Они даже могут в Козельске ехать, а брать у меня потом поехать. Угу. Да, нас это тоже радует. У нас Брянск, там Минская продукция и вот океан, вот видите, весовая рыбка. Да. Хотите, я вас угощу? С собой дам. Да не, не надо, спасибо. А вы такого вообще никогда не ели? Спасибо, не надо. Да не что вы не пробовали, я вам обещаю. Сколько деревень вы объезжаете? Вот так? Ребят, бывает 12, бывает 14. 12 за день, да? Ну как получится, по маршруту. А в долг берут у вас, да, часто? Берут, ну, остается, она даже не запишет, вы видите, напоминаете. Скажите, а вы здесь живете на пенсию, да, получается? Ну, я в Москве живу зимой. В Москве? Да. В Москве зимой, а здесь летом, да, вы приезжаете? Да, а как вы сюда приезжаете? Ну, везут дети на машине с прицепом. Да? Ясно. Да, вот Виктора звоним, договариваем заранее. А вы где работали вот до пенсии? Я работала кассиром. Кассиром? Да. А пенсия сейчас хорошая? Ну, у нас в Москве побольше. Побольше, на 25 тысяч. Так что у нас получше. А здесь другая пенсия? А здесь расходы. Кабачки есть, капуста есть, морковь, все, овощи. Мы приходим, вот автоплатеж снимает квартиру. Да. А как думаете, молодежь бы здесь жила, если бы был мост? Ну, работы нету. Работы нет. Работы нет. Расстояние какое. У нас, конечно, деревня стоит неудачно, если честно сказать. Ребят, вы как молодежь, вам тут не скучно в деревне? Нет. Вообще? Ну, сам это приехал. У нас еще братья приезжают. А вы бы здесь жили, если бы вот была работа, допустим, условия какие-то? Ну, наверное, если бы изначально родились здесь, то да, возможно. Вы, наверное, учитесь в Калуге, да, я так понимаю? В школе учитесь? Нет, в институте. В институте, а на кого? На экономическое безопасность направление. Экономическая безопасность. И как в нашей стране сейчас экономическая безопасность? Нет, если был бы... Нормально. Ну, понятно, понятно. После института где вы будете работать? Ну, хотелось бы все-таки по профилю экономистом или... В Калуге или в Москве? В Калуге, да? Что в компост делаем, что так? Я говорю, вы посмотрите, где кричины. Я говорю, вы приехаете хоть раз. Я говорю, а куда вы деваете? Я говорю, сжигаю. Угу. Нельзя. Не экологически, чисто не экологически. Нельзя так делать. И что ж, хорошо. Да. Давайте, я буду покупать большие пакеты по речке Жиздры, спускать. Вы контору в Калуге ловите. Вы будете реку зажигать. Скажите, пожалуйста, а вот какая сейчас у вас зарплата? Или вы сами на себя работаете? Да вы что, от организации. Как сделаю выручку? Выручка зависит от людей. От выручки, люди то, что мне закажут, то, что я продам. И симпатия, любовь должна быть. Понял. Все зависит от оплаты. Ну, в среднем так вот. Нормально, наверное. Нормально. Пойдем. Хорошо. Ну, конечно, летом обижаться нечего за тридцатник. Ну, зимой, естественно, люди разъезжают. Привыкли, я уже купил 34. Летом 30 тысяч, да, где-то так. Ну, понятно. Thank you so much, guys, for watching this video. Please text your opinion. This is really important for me. And subscribe to our channel. This is the biggest help from you guys. Please, guys, subscribe to my Instagram. There is a lot of photo from my Russian life. Thank you so much. Be safe and see you in the next video.